полузащитников. Далее справа налево полузащитники 7-й Азам Раджабов, 21-й Владислав Сириська, 22-й номер 1-й. Защитники справа налево 12-й Евгений Война, 27-й. Под нападающими справа 9-й Данила Чулин капитанит в команде. У нас тем временем прозвучал стартовый свисток. Арсений Вайнер под номером 24 будет по центру играть. Или еще же на ворот. Еще один проход, это Кибук. Кибук сам будет бить, бьет, и там отрикошет, и будет угловой. Первый. Видим мы, что особенно вот на том фланге, когда прилетает мяч, буквально вздымается земля, смотрим за этим моментом, и гол, 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 гол в исполнении Кирилла Полховского. А третий его гол в этом сезоне. 8-й мяч он проводит. В активе также 2 ассиста. Ну и 1-0 волна повела. Они обе сыграли ничью со счетом 1-1. Смотрим за этим моментом. А вот это хороший момент. И вот это уже опасный момент. И смотрим удара. Ох, 2-0. Ну, давайте смотреть повтор. Игрок под номером 2 отметился. Данил Прокопчук. После этого углового вот такой хозяева забьют мяч. И все будет очень тоненько, и все будет на нервах. А пока с мячом все-таки волна. Удары, и третий гол. Владислав Сириська забивает. Нет, офсайд. Ну и Макс Лайн, который тоже пока не впечатляет. Который сезон подряд. Ну, а это 3-0. Пожалуйста. И снова головой вонзает мяч в сетку футболист Пинской волны. Ну, смотрите, как весело заиграла волна. Ой, какой пас, какой провалище просто в защите у Энергетика. И здесь четвертый должен был залетать, но... Ну и давали нам обратную связь, что какие-то, что не так со звуком. Надеемся, что все окей. Ох, момент еще, удар. Нет, не дали четвертому залететь в ворота. После вот уже 4 минуты, однако, она на поле. Много моментов и много потеет вратарь. Хозяев, и очередной удар, и снова Прокопчук, и снова... Помним мы, да, эпизод в первом тайме, когда там несколько моментов. Вот здесь момент еще, удар, и Амирбек Бакаев на 77-й минуте делает счет 3-1. Для Бакаева это второй гол в сезоне. 2+1 у него по голу плюс пас. Примерно на поле. Ну, не знаю, может быть, что-то чувствует Алексей Меркулов. Может быть. Может быть, он понимает, что их самоотдача. Ух ты ж, какая классная. Удар через себя в исполнении Амирбека Бакаева. Представляете, если бы сейчас залетело 3-2, да? И, возможно, для чудо-камбэка в исполнении Ерцора. Вот было бы веселье. Так вот, FIFA часто там что-то пытается делать, чисто игровое время, там как-то зеленую карточку вводили. Все не то. А у нас четвертый залетает, а это то. Даниил Ткачев, наконец-таки у него получилось забить, он прям много пытался это сделать. Ткачев 4-1, ну и Ткачев. Во-первых, подтверждает звание Джокера. Третий гол прошла. Для тех, кто к нам только что присоединился. Нет, это не нововведение, которое есть на крупных турнирах. Какая ошибка в защите очередная. И слушайте, спасает, конечно, Веретынский, но...